Те, кто не знает, онгномод — это та самая штука, которая позволяет вам добиться 1 хп в игре. Да, без этого вообще никуда. Видим счетчик смертей. Да, я решил все-таки ужесточить челлендж и сделать 100 смертей. Все-таки 300... А, шутка про... 300 — это много. Короче, показываю, как работает онгномод. Да, тем самым происходит звук, счетчик считается. Новая группа, погнали! Let's go, let's go, let's go! Так! Окей! Спочи на меня! Первый пошел. Вот. Фак! Он завис, пацаны, походу. Он завис. Фак! Фак! А, чёрт, это было максимально глупо. Или же... Нет, да ладно! Really? Ха-ха! Hello! Yes! Oh my goodness! Это просто гений! Пух-чамп, 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 пух-чамп. Unlucky. Unlucky, 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 unlucky. Fuck! Fuck, fuck this game. Верю. Как мне в боулинг играется и как я вообще страйки выбиваю. Хотя, блин, надо было оружие взять. Надо было оружие это взять. Да, блин, дурак. Реально дурак. Бляха, муха, ты серьезно? Твою мать. Что? Oh no! Что? Да в смысле? Охренеть! Действительно так это работает? Спецназ спустился и убил меня? Окей, разобрался с пиндосом. Слышь, сычи, блин, вонючие. Как? Да в смысле, откуда сзади-то вообще? Твою мать, ну конечно, твою мать, конечно. Жается, лол, да забейте вообще. Реально, не ведитесь на это иллюзия, обмана какая-то. Это мобильная сборка? Да. Как видим, она не очень хорошая в плане теней. А так, в принципе, она меня. Твою мать! Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Эй, слышь? О май. Твою мать! Так. Твою мать! А, понял. Стрелять.
Чисты! Я испугался просто его. Он так повернулся страшно. Фак! У меня нет патронов, ничего нет. Прибежали еще. Ну понятно, но это нечестно, мать его. Да ладно, ты сам ко мне пришел? Вот идиот, идиот. Эссел, вообще самый сумасшедший псих на планете. Дебил! Твою мать, да как ты? Это чисто преимущественная позиция сверху, ребята. Если вдруг вы оказываетесь на возвышенности, очевидно, что вы будете в преимуществе перед своим врагом, который находится снизу. Мать его! Чтобы... О, боже, что за бред? Получил 100 тысяч подписчиков, у них нет галочки, потому что только в следующем месяце начнется какая-то новая верификация пользователей. И будут заново галочки выдавать. Сейчас, по-моему, вообще ни у кого нет галочек. Или, возможно, я ошибаюсь. Ну вот, по крайней мере, у новичков, кто только апнул 100к, у них нет галочек, стопудово. Твою мать! Как это произошло? Вы давай бесплатно будешь прыгать. Не сомневаюсь. Ой, no. No. Fuck this. Вот не зря сохранился, ребята. Вот даже вот этот обычный пинок. Jesus. Ой. Так, еще раз. Привет, смерть. Ладно. Знаете, что прикол? То, что это не засчитало как за смерть. Но я засчитаю, потому что я умер. Появился в больнице, это честно. Я пройду, согласен. Фак! Так, погодите, это уже не смешно нафиг. Только потом приедет живность. Еще одна. Фак, откуда? Откуда это произошло? Которые принципиально играют только в лицензионные игры. А если ему прям захотелось поиграть в Most Wanted? Он его не купит. Понятно. Это было эпично. То, что пройти GTA San Andreas полностью без смертей и с одним хп. Вот в этом случае, да, вот это действительно что-то нереальное. А что? Говно. А что касаемо просто, типа там вот со смертями, например, типа 100 смертей. Это в принципе реально. Пацаны, это типа я сам себя сейчас взорвал, правильно я понимаю? No. Окей, отлично. Ты падла сутулая, зачем ты меня потушил? Капец! Это чел просто задушил меня. Что? Тратится с хп? Когда в тебя... О боже, серьезно. Okay, твою мать, ты урод! Просто Розенберг! Башка твоя тупая! Я, конечно, все понимаю, что ты можешь выдержать вонючую одну ракетницу, мать твою, но... Расслабона словил. Не понял. Окей. Так. Вау! Интересное дерьмо. Очень интересное дерьмо. Я даже не успел стрейфануть. Влево-вправо. Хо-хо-хо! Вау! Вот где по-настоящему вызов, пацаны. Все, что проходили до этого, полное дерьмо. Че ты долго стримишь? Ну, да, Кирилл. Че долго-то? 7 часов. 8 час идет. Это недолго. Так, сейчас главное. Сделать все красиво, ребята. Сесть, главное.
private phone. They call him now. Твою мать! 30-е, погнал. Правильно все, да? Окей. 30-я смерть. И я дали... А, я не... Оу. Кто там еще? Окей. Твою мать! Твою мать, твою мать! Босак русской мафии. С ним надо что-то делать. По-другому как-то. С ним надо по-другому действовать. Хотя, может быть, это просто случайность, то, что он меня сейчас задел. Как бы. Можно, можно, пожалуйста, мне в пароход в этот? О, спасибо. В Liberty City. Твою мать! Рели? Блин, это жестко, пацаны. Каждый раз лететь. Ё-моё, как? Попробуем просто. Может, реально это будет проще? Да блин, я так долго лечу туда. Ну, спасибо за совет. Палка в двух концах, согласен. Ну, блин, тогда я босса мафии не смогу убить. Камон! Почему понеслась вот это вот дерьмо, вот это вот? Началось. Им пофиг. Возьми броник. Ребят, название стрима читайте, пожалуйста. Wasted. Oh my goodness. Да твою мать! Камон! Что за дерьмо? Это почти. Ну, блин, нет, нифига это не... Это нельзя назвать почти, это полный отстой. Это полный отстой. Просто потому что... Ну, блин, я даже... Гляешь в него? Только в этом случае я, наверное, успею быстрее, чем бот. Только в этом, наверное, случае. Боже, это жестко, это правда жестко. Я даже присесть не успею, понимаете? Я даже не могу переключить на миниган, чтобы вы понимали. Погодите, может быть с миниганом садиться в самолет, да? Тогда только он будет. У вас патронов, пацаны. Типа этого хватит. Дальше давить, дальше давите, пацаны. Дальше давите, окей. What the fuck? Алло, слышите? Это же нечестно. Да блин, убей, пожалуйста, его уже. Так, по сути, можно, блин, ракетницу взять на эту миссию вообще? Твою мать, ты серьезно? Ты попал в голову? Твою мать, еще кто-то на кухне оставался. Что, он проклят был, урод этот. Твою мать, зачем я туда смотрю? Типа, ну, вы поняли. В принципе, шанс есть. Тупо одна пулька. Одна пулька и самая точная вообще. Все, ладно, сейчас максимально пассив гейминг. Зачем я это сделал? Фак! Сзади! Сколько... Блин, почему? Я же говорил себе, пассивно играй, пассивно! Ай, дать... Вот это вот жестко. Сколько раз уже попытка была? Рели?
Ну вы поняли. Окей, ладно. Фак! Это было почти. Я просто думал, сейчас сделаю 360, блин, и все. Тупо рандом, окей. Садим хп. Плиз. Фак. Погнал, первый пошел за сегодня. Фак ю. Надо быстро их убивать. Просто быстро, как это возможно. Твою мать. Вот сейчас я его просто не добил. Просто не добил. О, твою мать, что за... Тупая ошибка. О боже. О, вот видите, не вышел. Твою мать! Погоди, тормози, брат. Yes! Привет! Первый раз вижу тебя. Yes! Привет тебе в твоем деле. Сердца с любовью, Коляскус. Капапридика. Коляскус! Спасибо тебе огромное за поддержку. За 1000 рублей. Просто я... На неопределенное количество времени. А буквально 25 минут... Чего? Буквально 25 минут с начала стрима. И... И мы все-таки прошли. Еще сейчас, что сейчас это было, пацаны? Чего сейчас это, блин, было? Попрошу, хотя бы чуть-чуть отстань от меня. Пока я до дома не дойду, брат. Нет! Видел, он сражается с катаной. Ты тупой, что ли? Сейчас бы... Я просто побоялся за этого чувака Хейзер, по-моему, его зовут. Бедный Хейзер. Типа, блин, его сейчас смогли убить! О, Майк. Не вижу... Бляха-муха, я не видел врагов. Просто я не вижу врагов! Оу, да в смысле? Вообще не видно ничего. Где этот утырок? Типа с левой стороны находится или что? Всего потребовалось мне 72 смерти, ребята. Чтобы эту игру пройти с одним хп. Все, GG, guys. GG. Хорошее выдалось, блин, прохождение, да? Эй, почти набили 1000 лайков. Это рекорд. Ну, как бы, в онкна, да. Thank you.